Здравствуйте, хорошие люди. Здравствуйте, мои подписчики. Здравствуйте, гости моего канала. Сегодня мы работаем Ладан абсолютно, или магазин абсолютно пустой. Но это не значит, что работы нет. На улице опять хмуро. Сегодня ночью было 13 градусов. И мы пойдем с вами и поработаем. Я вам говорила же, что на летнее время, на время детских каникул, вымирает населенный пункт у нас. И работаем мы с искусственными цветами, сухоцветами. Вот такие веночки красивые. Это очень удобно, потому что всегда можно использовать всякие остатки. Это тоже искусственные цветы. И вот такой шикарный искусственный венок на стене. Моя задача сейчас вот для этих маленьких стеклянных кубиков сделать основу. Вот из этого сушеного кермека, статицы, лимониум. Это все одно и то же. Делаем маленькие компактные букеты. Надо еще смотреть, чтобы клиенты были вовремя встречены и обслужены. Ну, расцвел тут весь в одну кучу. Вот таким образом делаю основу, в которую потом будут вставлены искусственные цветы. Вот один букетик готов. Вот так это получается. Сейчас я его все-таки свяжу, чтобы он не разлетался. Ну вот, связала натуральным кокосовым волокном. И вот так это все смотрится. Здесь уже можно клеить и делать, что хотите. Делаем следующий. Ну вот, все четыре кубика заполнены, не подберешь слово-то, вазочки заполнены уже базисом или статицей. Вот тут есть такой веночек. Веночек мы можем тоже усовершенствовать, чуть-чуть добавить. Ну вот такую подготовку я сделала сегодня. Завтра я закончу эту работу, потому что у меня сегодня не хватает материала для того, чтобы закончить. А завтра я принесу материал из дому и буду заканчивать. И тогда я вам покажу, как это выглядит. Утро следующего дня. Здравствуйте. Мы с вами пришли на работу. Открываем магазин.
И наша задача подготовиться к работе. До начала рабочего дня еще 10 минут. На улице Дубарина 14 градусов. Ну, пошли работать. Симона поработала с тем, что я начала. И получились вот такие симпатичные, сухие, частично искусственные декорации или композиции. Ну вот, это для тех, кто любит лаванду, лавандовый цвет. Как-то так. Кроме этого, есть еще вот такой веночек, который сделала я. Но я его еще немножко доработаю. Я принесла немножко сухоцветов, и вот такими хризантемками я собираюсь дорабатывать венок. Ну, вот такая история. Один начинает работу, другой заканчивает, если у него есть на это время. Ну, вот так. Перед магазином вот так пусто, и наша задача сейчас оформить витрину на улице. Ну вот уже немножко лучше. А сейчас надо выставить цветы. Витрина в магазине тоже, скажу так, пустовато. Потом я вам покажу, как это получится. Цветы еще не приехали. Ну вот объем работ. И вперед. Считаем до 10. Обязательно гортензии нужно анкохан, потому что у нее анкохан, это значит в горячей воде подержать и посчитать до 10, потому что у нее сок млечный. Подсолнухи тоже нужно отварить, маленько обварить, посчитать до 10 в горячей воде. Thank you.
А сейчас я хочу показать, сколько цветов у нас осталось. Вот это желтая гамма, вот это оранжевая гамма, вот это белая ваза, бело-зеленая. Вот тут у нас была лиловая или сиреневая ваза. Вот это у нас розовая роза. Все сегодня были получены. Лизантус или ойстома, розовые розы и розы лососевые, ну такие абрикосовые, нужно сказать. У нас есть еще гербера, так что пару минут мы еще продержимся. И вот наша гортензия. Вот это все, что сегодня осталось после рабочего дня. Но мы еще не уходим. Нам нужно сделать заказы. Поэтому выглядит все вот так. Это все будет убрано и приведено в порядок. Цветов больше нет, кроме гипсофилы. Вот тут. И вот тут мой рабочий стол. Вот это тоже заказано все. Ну вот. Так я и работаю. Каждый раз, когда я прихожу сюда, у меня хватает работы. Мой рабочий день был сегодня очень насыщенный, напряженный. Было очень много клиентов. Очень много продали. Необычно. Прошлую субботу не было так напряженно. Ну, такое тоже бывает. А с вами я прощаюсь до завтра. Счастья, здоровья, любви. Мирного неба над головой. Я поглядываю на улицу, а то зайдет кто-нибудь, а я тут речитатив. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. А те, кто зашли случайно и вам здесь не нравится, насильно мил не будешь, вы можете уйти. И не обязательно писать свои комментарии. Всем пока-пока и до новых волнующих встреч на канале Север. Это моя судьба. Вот эти композиции, к сожалению, остались незаконченными. Хотя венок мне очень хочется доделать. Сейчас я его доделаю. Ну вот, вот так это выглядит теперь с моими хризантемками. И вот так выглядит веночек с хризантемками и со свечкой. Красота. Хризантемки сама сушила, а покупала здесь, в магазине. Вот они, хризантемки. Ну что, дорогие мои мальчики и девочки, вы меня сегодня потеряли. Я прошу прощения за опоздание, я еще на работе. Не успела я еще приехать и выставить для вас свежее
видео. Так что я думаю, вы меня поймете. Всем хороших выходных!